Новый зал – подарок юным спортсменам, поэтому они первые, кто опробовал ринг, груши и перчатки. Из всех залов, в которых мы были, здесь лучше всего. Здесь очень много места, здесь много зеркал, то есть можно увидеть свои ошибки. Здесь много разнообразных груш, и груш самих так много. Зал для бокса в Айсберге – это филиал третьей спортшколы Олимпийского резерва. Так как залов у нас в городе сегодня не один десяток, мы территориально смотрим, откуда ребенок, где он проживает, чтобы в каждой шаговой доступности были спортивные залы. Здесь помимо нашей социальной группы будут тренироваться и коммерческие направления, чтобы себестоимость данного зала, который предоставляется в аренду, чтобы он как-то все-таки отбивался. Группы по 20 человек, занятия после школы. Такой полезный досуг, уверены спортсмены, в скором времени даст свои плоды. Очень красивый, хороший зал, приятный. Очень хорошо, что развивают зал, открывают для детей много-много залов. Мы это долго ждали, наконец это все свершилось. Есть куда детишкам сходить. И если каждый из нас с улицы приведет человека в этот клуб, значит жизнь состоялась. В наших спортивных залах боксерских занимается порядка 1500 человек, детей, юношей и мужчин разных возрастов. Сегодня бокс в городе Сочи вышел абсолютно на новый, правильный уровень его развития. То есть мы повышаем качество тренировочного процесса, также повышаем мастерство наших тренеров. У нас имеются уже судьи международной категории, которые представляют наш город, нашу страну на международных турнирах. Гости пришли к юным боксерам с подарками, ребятам вручили набор спортивного инвентаря. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.